тебе? Я распечатал слова. Это все хорошо. Вы уже понимаете, когда вы уже переходите вот этот вот рубеж, вы уже должны уметь распеваться сами. Потрельте, Александр, потрель. А может, потрель, потрель. Тут тебе и опора, тут тебе и... А, с СССР? Да, с СССР прям. Давайте. На октаву прям пробегаться. Пробежимся прям на трели, на октаву. Туда, обратно, туда, обратно. Давай. Поехали. Смотри, гортань как подлезла наверх. Ну ты сопротивляйся. Видите, как стоит. Ну а как же? Ты же прям задрал гортань всю. На якорь поставь ее. Поехали. Нет плавного. Ты же чувствуешь, что у тебя все идет этими, как бы, зонами. Зонами идет. И на и сразу на первых столько дыхания ты же теряешь. Зафиксируй. Грудь, голова, грудь, голова. Поем. И по глинке. Нигде не тормози, и по глинке. Сопротивляйся вверх. Сейчас было лучше. Не качайся. До конца, до конца. До конца держим. Потом короткий вдох носом и продолжаем дальше цеплять. Да, пошли. И. Темп ритм соблюдай. Ты успеваешь еще и губы облизать, и все. Это как это? Не знаю. Ну и что? Ну и что? Вот умудряйся. Еще разочек здесь же. Два. До конца. Ну что ты облизываешь? Как ты уснул? Да не надо их облизывать. Ну как ты, я тебе... Еще разочек здесь, знаешь, спасибо, два. Да почему ты облизываешь? Не знаю. Сам еще видишь, что у меня есть? Не смотрел. Посмотрите сейчас, может быть, у меня галлюцинация. Еще разочек, нету даже и... Тебя не выбить. Прям не выбить.
Арсен Ильич, сыграйте, будьте добры. Мне кажется, порой, что солдаты с кровавых не пришедших были. Времени нет. Мне кажется. Вступление сейчас, Арсен Ильич, сыграй тебе и спой. Спой. Это что, напев, я забыл. Мне кажется порою, что солдаты... Ну нет, ритм. Почему мы все сокращаем еще раз? Раз, два. Я же не просто так Рэй сказала. Просто что, единственное пьет. Так что вы мне эти ссы вот эти ваши? Ну это мне помогает. Да перестаньте вы! Помогает! Мозговой импульс должен помогать, а не сегодня тоже вон на методике. Наваляй! Нашептай тут. Единственное что, почему ниже? Потому что песня как бы для баритона написана, а не для тенора. Поэтому как бы нужно брать здесь тональность предельную для исполнения тенором, как бы вот ее. Поэтому давайте на тон ниже, да, давайте. Еще разочек. Просто захотел сам попеть.
Я уже не знаю, что мы будем брать на экзамен. Но ты опять послушал кого-то. Нет, нет, я послушал оригинал, но я просто как-то... У тебя в трех местах не тайны были. В трех местах. Если ты слушал оригинал, я тебе говорю, берите ноты. Это классика жанра. Советская песня. Советская песня. Но я же в гармонии. Ты в гармонии. Но это неправильно. Почему? Неправильно петь не ту мелодию. Неправильно петь не ту, не ту мелодию. Еще разочек, еще на тон ниже. А давайте мы смотрим оригинальную. Там... Оригинальная какая? А там начинается мелодия с си. Мне кажется, порою. Ну, что это получилось? Ми-минор. Хорошо, пробуем. Почему-то, понимаешь, у тебя Рамазан... О, вот смотри, ты заканчиваешь второй курс. У тебя почему-то, если мы поем в транспорте, это уже все, криминал, все, с ума сойти. Да ты должен с полпинка влюбить и на нас теперь. Да не, нет, это понятно, просто неудобно. Я здесь я могу согласиться. Она вообще для баритона написана. Поэтому мы и пробуем, мы спускаемся. Хорошо, поем. Сразу же. Мне кажется, два. До. Мне кажется, порой. Ну нет, ну здесь тебе есть. Ну ты не берешь, ты завершаешь. С кровавым. Нет, нет, нет. На тон ниже. На тон выше, Саныч. Но это не ты, ты не цепляешь. Низ. Что бы ты мне ни говорил? Ты то, что мне прислал, это было. Мне кажется. Ты вот так вот пел. Ты поверхностно пел. Ты не без опоры пел. Еще разочек. Вот в этом. Два. Мне кажется, порою, что солдаты с кровавых не пришедшие болей. Не в землю. Полегли когда-то. Держи. А превратились в белые журавли. Ну что мы ушли опять? Спасибо, Саныч. Ну дай голос. Белых журавлей. Где голос-то? Ты же ушел с опоры вообще. Начинаем. Почему я ушел? Я вообще не понимаю. Там... Белые журавли. Так ты обопри этот звук, но это же единственная нота у тебя вот... А как ее перединамить, в смысле, я не понимаю. Ну ты ушел, ты понятно, ты сейчас как бы... Ты остановился, что ту ли я ноту пою, взял ее, снял звук. Снял звук вообще с этой ноты. Белых журавлей. Мне кажется, наоборот, там должно быть динамическое утихание. Ну что значит кажется? Ну что значит кажется? Ну мы же поем, а не напеваем. Возвращаемся к Соренто. Спой. Хоме ту мэй, но
площадке остановиться. Что ты там сидишь, говорю, спустись тогда. Я же вам всегда говорю, работайте над фразировкой. Ну вы же взрослые люди. Работайте, как вам удобнее. Не сиди на ней. Еще раз. Так, можно спеть? Mm-hmm. Можно. Прям эту фразу два, соответственно, два. Сбрасываешь динамически не потому, что там ты говоришь, не надо здесь понежнее, а потому что ты не уверен. Не уверен. Ни в мелодии, ни в тексте, ни во вложении текста. Поэтому ты не поешь. Я тебя очень прошу, даже если неправильно, не снимай звук. Понимаешь, сейчас я тебя что прошу? Не снимай звук. Угу. Даже если неправильно, мы же учимся. Пой неправильно, но звук не снимай. Угу. Ты убегаешь. Это не решение проблемы. Еще раз, с самого начала. Нет, не с самого начала, а, Александрович, вторая часть. Еще разочек, вторую часть. Тогда вылупляется темп.
Ему время надо. Темп. Вторая часть. Прямо тяжко классно. Как будто ты одну поешь гласную. Одна как будто гласная. А туда вставляются вот согласные, потому что у нас слова. Поем одну гласную. Понимаешь, бельканто. Бельканто. Неаполитанская песня, еще разочек, вторая часть. Ты сейчас хорошо начал, да? Вот эти каникулы все, и плюс ты еще заболел.
А что мне объяснять? Опять сейчас все порубал. Я хохол сал. Ну, порубал, потому что, ну, я правда, я не дорабатываю. Я просто, я пою на форте, потому что если я не спою на форте, я уверен, что я не выдержу звук. Да я не знаю. Чувства вообще в помойке. Вообще их нет. Вообще нет. Ничего нет. От неаполитанской песни ничего не осталось. Мы только кричим и все. Чтобы справиться. Но это же не дело. Это же не дело. Я не знаю, может быть, нам тогда петь песню оставить на третий курс Сарайта. Я не знаю, что делать. Она твоя в любом случае. Саныч, вы согласны, что она, в принципе, есть? Ну, она твоя песня. По голосу, по фактуре-то твоей, то есть, ну, по всем параметрам. Но на сегодняшний день, я не знаю, я ничего не понимаю. Ну, сколько же можно тогда лбать-то? 3 недели там до экзамена. Давай петь патриотическую песню. Учи ее. Нет. А что будем петь? Я хочу спеть сарандаб. Ну просто правда, я почему-то сегодня выпал. Ну сегодня, ну знаю, ну я молюсь, чтобы ты вообще на урок пришел. Потом опять у нас тупоносу золотуха и все, и опять и что? Бридж, оригинальный ты на месте. Словами, пошли. Бридж это что? Почему лоса? Верно, потому что нужно здесь не четвертную держать, а половинную. Я же тебе отправила сообщение. Ну хорошо, я просто посмотрел первый документ, который у нас там на лоса, я решил лос, доклад на лоса. Я тебе же отправила, говорю, я сделала работу над ошибками. Я ничего не понимаю. Нарадись, это еще разочкая задача. Ты же сейчас это спел, вот эту фразочку.
Не на два аккорда. Фа-бэ! Ты же не спел так? Ты же смягчил? Может быть, все-таки пошел от мозгового импульса? Наверное. И все сработало. Последнее, какой слово там? Компа. Компа. Как мы закрываем? Тоже. Как мы закрываем? Закрой это слово. Компа. Компа. А где хвостик вибрационный? Компа. 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 Вот. Вот. Диафрагмальное закрытие. И нет ни хвостов, ни... Ни вот этого нет. Еще раз учить ближе. Я могу объяснить, в чем дело.
А сейчас что будем делать? Скажи, Александр Ильич, или поем еще? Я за тебя переживаю, за твое состояние. Я не знаю, что у тебя. Давайте сейчас потом. Давайте с самого начала, Александр Ильич. С самого начала? Да, вообще, с самого начала до конца. И не останавливаемся. Вообще не останавливаемся. Вот у тебя перед тобой задача сейчас. Спеть, звук вести вот от мозгового импульса, от содержания, перетягивать максимально гласные. Добивать, как в трели, чтобы не было времени облизывать губы. Понимаешь? То есть перетягивать максимально гласные. А чувств там у тебя прекрасно, у тебя получилось, ты подснял звук там, где надо. Ты его взял, подснял. И я тебя этому не учил. Ты сам это сделал. Давайте. Мы не будем сейчас останавливаться, как получится. Давайте. Но ты опять приходишь, у тебя нет второго куплета. Почему есть? Ну ты готов его спеть? Ну вот так вот, да. Ну это на русском или на итальянском? Нет. Ты готов спеть на итальянском, наизусть? Через 3 недели экзамен. Скажи мне, вот барометр, зажатый звук на горле или он свободный? Что является барометром такого звука? Вот твоих верхних нот. Как можно классифицировать зажатый звук, посаженное давление на связке, либо давление идет под связками, и звук не зажатый, не на связках? Что является барометром, аудиальным барометром? Вот мы сидим, вот слушатели. И мы, ой, да, нота, да, она не зажата. Либо она зажата. Что является барометром? Ну, если звук не зажат, то он должен быть свободный, полетный, а опертый. А еще? Свободный, полетный, опертый и что? Еще? Подкрепленный. Да он вибрирует, он вибрирует. Если он без вибрато, он зажатый априори. Понимаешь?
То есть получается, что я не знаю уже, как вам, как, я не знаю, на какие колени мне вставать. Почему вы выкручиваете сразу же громкость вот на этих нотах, на десятку, вам дальше некуда идти. Некуда идти. Опора не может работать уже, она в стопоре. Я понимаю, что если я не спою на форте, то он слетит звук. Так а ты включи себя на семерку! И работай на 8, на 9, на 10, отпусти, у тебя хвост свибрирует. Это физика. Не надо ничего делать. Ничего не надо делать. Но ты же сразу же включаешь два форте. Ты понимаешь, я уже не знаю, как объяснять. Да, я понимаю. Ну он сейчас, понимаешь, он сейчас был просто вот. Ну так и развивай его. Ты же наоборот идешь туда. Так иди. Куда он сорвется-то? Куда он сорвется-то? Если ты идет движение вперед, если мы идем вперед, вот если ты вожжи отпустишь, да, ты и с интонацией, и с опорой, поэтому у нас здесь и все вот такое в голосе происходит. Еще разочек бридж в этой же тональности, отпускаем Александра Валерьевича. Вот и сработаете высокие ноты на 7, чтобы было 8-9, на 10 отпуск. И чтобы хвост был вибрационным, чтобы она не была задавлена, эта нота. Ты понимаешь? Да. Ну так и все. Бридж. Да, отдыхайте, Александр Ильич, спасибо. Ты сейчас постарался.
не знаю, прям держит, ну, когда человек держится передо мной, вот понимаете, все, у меня такое ощущение, что я делаю больно человеку. Нет, не больно, мне, ну, это правда, мне сил не хватает, я, чтобы звук удержать, я диафрагму, вот так. Я ничего же. Жирки на полтона ниже опустить? Так он завышает все время. Пусть тренируется, стоит анализ более низкий. Ну, хорошо, Александрович, хорошо, Александрович, но опять же мне сейчас прилетит что? А я привык, что ты нам уже петь. Да? А? Ну скажи, скажи! Нет. Нет, не скажешь? Ну хорошо. Значит, спасибо. До свидания. Спасибо. До пятницы. Я выключаю камеру, рассказывай мне все.